В 2024 году дети-сироты, достигшие 23 лет, смогут получить сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства РФ. Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ или дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг. Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.